желтую карточку. Хотя сама считала, что локотком себе помогала именно иранская футболистка. Заехала Ситарш в лицо. Иного мнения арбитры. По предупреждениям также ничья 1-1. По фолам 3-1. Больше нарушений совершили во втором тайме польки. И 1-1. Главные цифры на табло. Ничья, которая выводит сборную Ирана на третье место по результатам всего турнира. Кареми. Естественно, она у мяча. Береште Кареми. Разбег. Удар. И попадает в капитана польской команды.